Наконец-то что-то кроме Baldur's Gate на Твиче что-то показывают. Да, привет, Вань. Привет, Вань. Что у нас все плохо, если честно. Очень все плохо. И мне немного грустно. Вот об этом я и говорила. Типа, у меня не всегда есть шанс стримить что-то хорошее, потому что комп такой. Вот, так, сейчас я вот это закрою, все. Игра, запустись. Музыка, заткнись. Ха, вот это я хорош. Переключаюсь на экран, ребят. Я игру не захватывал, поэтому мы займемся этим прямо сейчас. Вот бы она запустилась, конечно. Вот бы она запустилась. Чё, давайте рассказывайте, как дела, ребят. Я тут буду махать руками, чтобы... О, все. Захват игры, ребят. Вот это. Лангуаги. Вот. Рус. Данная игра содержит сцены физического и морального насилия, а также ненормативную лексику. Лексику. Будьте осторожны, буду. Пошел слушать страшные сказки. Зайчик, смотри, какой... Смотри, какой красивый. Давай посмотрим настройки, что у нас там есть. Режим, громкость. Что это такое? А, я понял. Давай чуть потише сделаю. Чтоб так сильно не орало. Такой же мохнатый был, потом постригся. Ты хорош. Весь текст прочитанный. Да, все хорошо. Надеюсь, нормас. Давай новую игру. Фигачим. Как ты те уведомления о стриме увидел? Я же их отключил. Ладно. Эх. На самом деле, я видел первый эпизод. Всю ночь ветер скребся в окно когтями. Надо будет читать правильно, на самом деле, по желанию. Он бродил по полям и завывал голодным зверем. Бесконечная песня велась, словно веревка, сплетенная из самых разных, тонких, вкрадчивых и насмешливых голосов. Я очень плохо читаю. Казалось, они кричат и смеются, и спорят о чем-то. Кто-то носился по снегу, отбрасывая длинные тени. Они то подходили к кровати, то отступали. Дом жил своей жизнью, скрипучей жизнью старых зданий, которые помнят столько всего и будто пытаются рассказать. Одинокий дом выглядел на лес, а чащоба смотрела в ответ своими глазищами, дуплами и шуршала, шумела, кивала. Можно выйти и постоять у кромки леса, просто чтобы убедиться, там, за красивыми деревьями, никого нет». Смутные, мотающиеся на ветру силуэты не причинят вреда. Это же игра света и тени. Просто такая игра. Я понимаю, что это лишь мое воображение. Мне ведь уже 12. Но все же... Мне не 12, лиса, ребят. Прилети, сова. Эпизод 1. Вот, я видела первый эпизод очень давно, и я вообще о нем ничего не помню. Убери книгу немедленно. И так я его отрывками видел. Мне 12, да. Сколько раз говорила, не читай за столом, вредно. Сидишь, сутулился весь. Убрать. Я послушно отложил книгу о похождениях Конана Варвара. Все равно я прочитал одну и ту же строчку 3 раза и ничего не понял. Оля уже позавтракала и взялась за печенье. Хрустела с аппетитом, как девочки из рекламы. Пока не съешь, из-за стола не встанешь. Блин. А я все буравил взглядом манку, словно надеялся, что она рассосется сама по себе. Смутная тревога распирала. Все из-за бессонной ночи, черного леса, огибающего двор и угрюмого ветра. Чем дольше я тянул, тем холоднее становилась комковатая белая масса. Мне нравится, что с каждым кадром меняются персы, вот, допустим, девка. Чё малая такая седая, испугалась, наверное. Будто медуза из подводной Одиссеи Куста.
У меня телефон скатывается. Обожаю эту передачу. Интересно, на дне океана очень жутко. А ночью в холодном черном лесу? Ложка выпала из руки. Кусто. Хорошо, я просто не шарю. Хорошо, спасибо. Мама плеснула студеным взглядом зеленых глаз. Что я говорила? Я достану. Десятисекундная передышка перед новым сражением с гадкой кашей. Я нащупал ложку. А что это такое нацарапано снизу на столешнице? Карина. Ха-ха, это ж мамино имя. Видимо, это она в детстве накорябала чем-то острым. Чё тебе не нравится, Дим? Оказывается, хулиганкой была, мебель портила. Ох, меня бы она за такую неделю ругала. Напомнить ей о шалости? Нет, что-то она не в духе в последнее время. Я вообразил, как она, моя ровесница, сидела здесь под столом. Интересно, в детстве мама боялась темноты? А шороха на чердаке? А лесных дебри? Я не умею читать. Я представил, как бабушка заходит в спальню к моей маленькой маме, садится на край кроватки, где теперь спит Оля, и рассказывает мягким, вкрадчивым голосом. Тайга — особое место, детятка. Она к тебе присматривается, принюхивается, словно хочет понять, что ты за зверь такой. Понравишься — в беде не бросит. А будешь проказничать — схватит за бочок и утащит с собой под землю. Бабушке на самом деле по голосу лет 50-40. Тут и дело с концом. Бабушка была ласковой, никогда ни с кем не ссорилась, не ругалась. Тогда не было этих сводящих с ума криков до глубокой ночи, разбитой посуды и взаимных обвинений. В то время наши родители еще любили друг друга. Помню, я случайно подслушал родительский разговор и узнал, что бабушка заранее беспокоилась о своих похоронах. Купила себе гроб и называла его ласково «гробиком». Он стоял в чулане, словно терпеливо ждал. Черный, с обивкой цвета мяса. Это я увидел потом, когда бабушку хоронили. Дом остался таким же, как и был при бабуле. Только фотографии все убрали куда-то. Застекленные снимки с серыми лицами моих предков. У всех плоские, но зоркие, нежные... Ой, нежные, неживые глаза. Я не умею читать. Я выбрался из-под стола. Оля расправилась с печеньем и, как хитрый зверек, поглядывала на мою порцию. Я бросил взгляд на заиндевевшее окно. Хорошо. Снаружи темные сосны, но не они привлекли мое внимание. Январский узор складывался в картинку. Оля, гляди, лиса! Где? Похоже на оптические иллюзии на задних обложках тетрадок. Вроде мешанина из черточек, но если расфокусировать взгляд и посмотреть под определенным углом... Да не на улице, на стекле. Ты струша. Смотри, вот нос, вот. Ну-ка, доедай. Да, да, сейчас. Я ничего не вижу. Живо. Совсем немного осталось. Чё такая злая? Я не... Манкой заставляет давиться. Ой. Как будто я там сижу, а не пацан. Как его, Антон? А, вот. Но все равно не похоже. А я говорю, похоже. Не-а. Похоже. Прекратите. Ну что за дети? Теперь и я не мог отыскать лису. Она исчезла. Ушла. Лишь узоры ползли по стеклу, похожие на вытянутые листья крапивы. Обычные дети. На кухню вошел папа, большой и неторопливый. Охуеть, папа, это Сигма пришел. Хочу, когда вырасту, стать как он, бородачом. Господи, Антон, вот бы все мужики так хотели, а? Господи, какой просто рай был бы на земле. Мама, шутя, все просила папу. Ну, сбрей, колется же.
Тебя мать ничего не понимает. Как давно это было? А теперь каждый день грохот дверей и мстительные колкости. Оля зажимала уши, когда со стеной раздавались голоса. «Ради чего это все?» «Ради вас», — отвечал папа, — «ради семьи». Я ловил каждый звук и боялся услышать самое страшное, самое убийственное слово на букву «Р». Если бы борода не рыжая выросла, я бы отпустил. Она у тебя разве рыжая? Раз... Не хочу даже продолжать. Резня. Боюсь представить, что нас с сестренкой разлучат и разведут по разным семьям. Это что твоя лиса? Вот у меня на окне сова. Опять ты со своей совой. Так ты же вчера мне верил. Никто ключи от машины не видел? Вроде оставлял на подоконнике. Вроде. Вроде оставлял, вроде нет. Вроде взрослый мужчина, отец двоих детей, а вроде... Перестань, пожалуйста, Карина. Дай мне спокойно собраться. В корзине твои ключи, возле телефона. Огромное тебе человеческое спасибо. Антон, ешь быстрее, а то как мученик сидишь. А сова? Не было там никакой совы. Была! Глазюки огромные! Во! И светятся! Оля вскочила со стула и приставила руки к личику, показывая пальцами глаза, каждый величиной с яблока. Прошу прощения. В прошлом году бабай в шкафу, сейчас сова. Так, подчеркнутое слово, словарь. Бабай в славянском фольклоре – ночной дух, воображаемое существо, упоминаемое родителями, чтобы запугать непослушных детей. Прикольно, блин, получается, описание слов — это как сноски, типа. Я не бабай. Им тоже можно пугать. Не надо. Оля переводила взгляд с отца на маму, потом на меня, но нигде не находила поддержки. А ты не думала подружиться с ней, нет? Вымышленными мышами покормить, например? Не подначивай ребенка. Просто мала еще, и спать одна боится. Оля капризно надула губы и опрометью вылетела в коридор. Заскрипела лестница, ведущая на второй этаж. Мама строго посмотрела на отца. Ля нахмурилась. О, женщина-тиран. Ох, этот взгляд. Как же неуютно под его прицелом. Папа лишь фыркнул и ушел, звеня связкой найденных ключей. Спустя минуту на весь дом раздалась мелодия из «Русалочки». Это была затертая до дыр кассетная пленка, которую папа уже склеивал однажды. С вещами все просто. Их можно починить или вот, склеить. А как быть с отношениями? Мама ушла в гостиную, и я остался один, обеспокоенно поглядывая в окно. С тех пор, как мы переехали в этот старый дом, Оля плохо спала. Может кто-нибудь загуглить, сколько идет один эпизод «Зайчика»? Я что-то я забыла посмотреть. Ворочалась в постели или съеживалась клубочком под одеялом. Порой вскакивала среди ночи, чтобы включить видеомагнитофон. Мультфильмы помогали отвлечься от переживаний из-за переезда родителей. А тут нужна запятая или нет? Я не понял. Не понял. Помогали отвлечься из-за переезда родителей... Страшно. А потом Оле привиделось это огромное крылатое чудовище за окном. Она стала одержима совой. Чего только родители не делали, на какие ухищрения они шли, чтобы искоренить ее страхи. Оля напрочь отказывалась спать одна и не верила, что сова была всего лишь дурным сном. После сегодняшней ночи я не знал, что думать, как теперь относиться к словам сестры. Могут ли кошмары быть заразными? Прошлой ночью я лежал без сна и думал о том, что ждет меня в новой школе. До занятий оставалось несколько дней. Воображение рисовало длинные извилистые коридоры. Они приводили к классу, заполненному детьми. Но ученики за партами были темными силуэтами, словно вырезанным по трафарету контурами. Посреди их черных лиц зияли круглые дыры, а в дырах моргали глаза, будто бы совсем другие существа смотрели на меня из-за плоских черных фигур.
И столько жестокости было в этих взглядах, столько ледяной насмешки, что я дрожал с головы до ног. 40 минут первый эпизод. Выживу ли я здесь? Не забьют ли меня до смерти толпой быстрые топчущие ноги, вымазанные кровью ботинки? Пусть бы она сгорела, эта чертова школа. Пусть бы хоть что-то случилось, неважно что, лишь бы не идти на уроки. Не видеть людей, которые только и мечтают дать оплеху. Оплеху, я дебил, оплеуху. Я не умею читать. Запускаем счетчик, сколько раз я это скажу за стрим. Поставить подножку, придумать очередное прозвище, еще оскорбительнее, чем предыдущее. Будто мои очки делают меня чужаком, каким-то монстром. Взор мазнул по рисункам, развешанным на стенах. Я не считал себя великим художником, но Оля упросила повесить. Только рисование меня хоть немного радовало в последнее время. Моим немногочисленным друзьям тоже нравилось, как я рисую. А ведь они, кстати, обещали звонить. Иногда воображаю, как мама снимает трубку и говорит холодно: «Вы не туда попали». Или «Антона нет». «Антона нет». Я представлял своих будущих одноклассников и одноклассниц, которые, как и я, лежали в эту минуту в кроватях, слушая вой невидимых оборотней за окном. Быть может, я все-таки понравлюсь новому классу. Кому вообще нравятся ребята в очках с толстенькими линзами? Папа вот в детстве носил очки, а теперь он женат на самой красивой женщине в мире, моей маме. Дом заскрипел под напором ветра. Наш прежний дом, бетонный, девятиэтажный, жужжал соседским перфоратором, бубнил телевизором за стеной, плакал навзрыд из квартиры многодетного семейства. Теперешний дом, язык не поворачивается назвать его новым, был совсем другим. Днем тихий и покладистый, тени отдыхают в углах в паутине чуланов под лестницей. Но ночью они просыпаются. Что-то смотрит на меня из углов, будто фотографии мертвых родственников с земляными глазами снова повесили на стену вместо моих рисунков. Кряхтят половицы, стонут ржавые водостоки, чердак населяет гулкие сквозняки. Словно дом играет какую-то дьявольскую мелодию. Вдруг я понял, что действительно слышу музыку, причем играет она уже давно. Где-то далеко, на самой границе восприятия, наверное, на самой, да, пела флейта. Она словно бы сливалась в своем ветра с поскрипыванием старого дома с моими мыслями, наконец. Я встал и поторопился к окну. Хотел убедить себя, что нет никакой музыки, что это лишь мое воображение. Что никто не может играть там в холодной заснеженной ночи. Открыть. Сейчас я глотну. Там, в поле, кто-то танцевал. Для анимации прикольная, не могу. Черные фигуры, едва различимые на фоне темного леса. Залитые лунным светом, они резко подпрыгивали и припадали к сугробам, катались в снегу и ползали на четвереньках. Мне вспомнились истории о волках, играющих под луной. Но это были не волки. Ладно. Они вставали на ноги, водили хоровод, вздымая вихри снега, растворялись во мраке и появлялись вновь. Творилось что-то странное. Пляска теней в беззвездной тьме распаляла воображение и одновременно нагоняла тревогу. Вдруг музыка стихла. Танцующие застыли, и я готов был поклясться, уставились на меня. Сейчас будет скример, не надо. Внезапно окна из фигур отделило... Чего? Внезапно одна из фигур отделилась от странного карнавала теней и ринулась по полю, мощными прыжками преодолевая расстояние. Она скользила, не оставляя вмятин на хрустком Насте. Не понял. Я не знаю такого словосочетания, простите, я тупой. Мне 12. Пока угольная тень дома не поглотила ночное существо, став еще гуще и чернее. Сердце заметалось птицей в клетке. Я отпрянул к кровати, успев рывком задернуть шторы. Я хрусткий очень сильно.
Меня видели. Страх окатил ледяным потоком. Чего? Окатил ледяным потоком. Ледяным потоком. Так говорят? Я не знал. Стоя в темной комнате, я слышала, как снаружи возится и скребется незваный гость, как он мечется по двору, выискивая вход. Звук ушел вправо. Обогнул дом. Сейчас гость окажется на пороге. Я кинулся в постель и укрылся с головой, словно одеяло могло меня защитить. Страх сковал мышцы. Я вдруг снова вспомнил о похоронах, как бабушка лежала, скрестив руки, с заострившимися чертами лица, похожая на восковую куклу. «Дом восковых фигур», я знаю такой фильм. А по ножкам стульев, на которые водрузили гроб, поползли муравьи. Я представлял тогда, что они взберутся на голову бабушки и лапками поднимут ей веки. Тогда бы сморщенные глазные яблоки шевельнулись в гнездах, и бабуля вновь бы увидела внуков. Там, на похоронах, я повторял мысленно слова заговора, которому она меня научила. И, лежа под одеялом, прислушиваясь к скрипу и вою, я шептал эти слова. На острове Буяне, в синем океане, стоит дымовина, в ней сало и глина, волосы седые, чертям еда, раба Божьего Антона не тронут никогда. Бесы забудут дорогу к дому, мертвые к мертвому, швы к швому. Непонятные шумы утихли. Я осторожно высунулся из-под одеяла, чтобы увидеть, как под потолком, словно висельник, колышется штора. И тут ночь ошпарила меня новой порцией кипящего ужаса. Звук резанул по ушам. Что-то царапало входную дверь. Быстро-быстро скоблило когтями полотно, требуя впустить его. Дверь заперта. Папа стал осторожным и вкрутил надежный замок. Помню, как он долго и напряженно вглядывался в лес, словно выискивал в нем кого-то. Мертвое к мертвому, живое к живому. Я поджал колени, уткнулся в них подбородком и засверлил взглядом межкомнатную дверь, такую хлипкую и слабую перед мощью темноты. И вдруг... дверная ручка робко повернулась. Затем дернулась раз, другой, будто у того, кто пытается открыть дверь, не было рук. Ручка вновь кивнула и неожиданно защелкала бешено. От страха у меня свело челюсть. Мокрые пальцы комкали одеяло. «Все нормально у вас там?» Дверь заскрипела и отворилась. Дом издевательски стонал ветром в жестяных водостоках. «Сейчас! Сейчас ты увидишь!» Дверь распахнулась. Тьма кишела в прожорливой пасти проема. Словно сама ночь обращалась ко мне, то хлопая черными крыльями, то скрипя несмазанными петлями. Мрак был паутиной, облепившей углы комнаты. Я дрожал в его коконе и ждал, когда из черного провала выступит тот, кто соткал паутину. Соткал, наверное. У него язык заплетается уже. Мышцы живота заныли, грудная клетка расправилась, готовая выпустить отчаянный вопль. Но прежде чем я закричал, темнота спросила. Ты спишь тоже? Бледное лицо сестры выпало из густой тени. Я готов был вскрикнуть от облегчения. Я не сплю. Что случилось? Носик Оли сморщился, а нижняя губа оттопырилась. Верный признак, что с секунды на секунду сестра расплачется. Страх, только что терзавший меня, уполз и притаился где-то в животе. Я обязан был успокоить Олю. Это был сон, глупая. Не пугайся. Сны не кусаются. Никто тебя не обидит. Оля всхлипнула. Она изо всех сил пыталась мне верить. Но верил ли я сам? У меня есть идея. А пойдем к тебе в комнату, видик посмотрим. Спящую красавицу, например. Тебе же нравится этот мультик? Почему у спящей красавицы принца у меня эта страшная птица? Ты божечки.
Вопрос застал врасплох. Ладно, давай посмотрим Золушку. Мысли путались, расплывались. Что это было? Что высматривало меня, лихорадочно танцуя под луной? К оконному стеклу прижималась тьма, и ее не обманешь старыми бабушкиными заговорами. Не проведешь, предложив вместо себя ящик с салом и глиной с обрезанными седыми косами. Туша, ты идешь? Да, да, сейчас. Слышь, скажи чеснок, говнюк. Ой, хорошо, ладно, хорошо. Хорошо. С разрабов новые штаны, хорошо. Вот почему утром мне совсем не хотелось смеяться над Олей и этой ее совой. Кто мог прийти к нам в этой глуши? Мы ведь здесь никого не знаем. Настырные какие. От нелепой мысли, что утренние гости пришли прямиком из леса, стало особенно неуютно. В прихожей зазвучали неразборчивые голоса. Подмывало спрятаться. Хорошо. В шкаф. Под стол. За занавеску, куда любит прятаться Оля. К ногам словно гири привязали. Я поплелся в коридор. Сейчас будет отсчитывать. О, копы. Два милиционера возвышались на пороге. От них пахло морозом и тревогой. Мама, завидев машины с мигалками, да, обычно кривилась и ворчала. Хуже бандитов. Но сейчас она выглядела несколько растерянно. Здравствуйте. Старший по званию мрачно кивнул. Тут мальчик вчера потерялся. Вовой зовут. Глянь, пожалуйста. Ты его не видел? Милиционер протянул мне фотографию. Какой кот красивый. Рыжий паренек лет 8 был запечатлен на фоне ковра. Он держал на руках полосатую кошку и широко улыбался. Нет. Точно? Посмотри внимательнее. Бля, этот голос. Почему он даже здесь? Где мне его видеть? Я тут никого не знаю. Да и из дома-то почти не выхожу. А может, видел в окно? Да. У тебя ведь окна на лес. В окно. Нет, не видел. Ясно. Голос его был усталым, а вот взгляд... Долгий, невыносимо тяжелый. Он смотрел на меня так, будто в чем-то подозревал. Его тень падала на меня, и я невольно сутулился под весом смутной вины. Наконец, оторвав от меня взгляд, милиционер бегло осмотрел прихожую, лестницу и трещины на потолке, которые я почему-то до сих пор не замечал. Вы, кстати, как на новом месте? Попривыкли уже? Понемногу, только вот дочка маленькая по городу скучает. Скучает, значит. Из местных вас никто не беспокоит? Все хорошо, спасибо. Карие глаза милиционера вновь впились в меня, отчего голова закружилась. Может, вам помочь как-то? Я спросил неуверенно, чтобы показать себя воспитанным мальчиком и просто скорее закончить неприятный разговор. Я вот стою и думаю, ты, малец, на племеша моего похож. Шустрый парнишка твоих лет, с такими же окулярами. Все книжками зачитывался, детективами. Когда летом погостить приезжал, говорит, что в школу милиции мечтает поступить. Как я, хотел людям помогать. Смекаешь? Мне стало неловко, будто передо мной стоял не участковый, а кто-то из дальних родственников. Ох, ребятушки, сидите-ка вы лучше дома. Не ввязывайтесь ни во что. Жизнь сейчас совсем другая пошла. Мамин голос был холоден. Мне ли не знать? Ну да ладно. Ты, Антон, в каком классе учишься? В 6-м.
взрослый. Друзей-то на новом 12. Месте еще не завел? Пока нет. Я только после каникул в школу пойду. Тогда вот вам на всякий случай мой номер. Звоните, если узнаете что. Милиционеры ушли, унеся с собой тени. Запах дешевого одеколона и фотографию улыбающегося мальчика. Но его лицо все еще стояло перед моими глазами. Я думала, каково ему сейчас там, совсем одному. Там почему-то я представлял лес, качающийся на ветру. Каково его бедным родителям? И что бы делали мои, если бы пропал я? Плакали, бились в истерике? Или обвиняли бы друг друга, как обычно, а со временем и вовсе забыли? Мам, а Вова этот в нашем лесу заблудился? Выходит, что так. Бедный ребенок. Я выглянул в окно на дорогу. Милицейский УАЗик укатил к деревне. Новая сноска, ребят. УАЗик – советский и российский грузопассажирский автомобиль повышенной проходимости. Внедорожник, выпускавшийся на Ульяновском автомобильном заводе. Это важно. Это важно. Расширяем кругозор. Ковыряя расслоившуюся краску подоконника, я почему-то подумала о племяннике участкового. Тут же вспомнились детские детективы из серии «Черный котенок», который я сам прочитал за лето. Что за «Черный котенок»? Ну-ка. Серия книг современных российских и переводных детективов для подростков. Спасибо. Спасибо. В них обыкновенные школьники расследовали разные таинственные дела. Они искали улики, шпионили за всякими подозрительными людьми. А после захватывающих приключений, бац! И раскрывали запутанное дело. Становились местными знаменитостями. И, должно быть, родители ими страшно гордились. И я заметил оставленную милиционерами цепочку следов, ведущую к лесу. И тут в голове будто щелкнуло. А почему бы не начать собственное расследование? А? А? Хорошая же идея! В лесу потеряться, а? Почему нет? Может, найду пропавшего мальчика? А там и награду дадут. Вот Оля обрадуется. И не только Оля. Мама с папой. Вдруг они на время забудут про свои перепалки. Может, мне даже удастся спасти нас от слова на букву «Р»? Одеваясь, я фантазировал, как куплю Оле тамагочи, а себе плеер и много-много кассет. А еще целую коробку киндер-сюрпризов. Я тоже хочу, слышишь? Когда в последний раз родители покупали нам игрушки? Осенью, кажется. Тогда папа потерял работу, ту самую, о которой пелась в навязчивой песне. В какой? Песня советской женской поп-группы «Комбинация», ставшая широко известной в начале 90-х. Бухгалтер, что ли? А, да, во, бухгалтер, написано же. Я идиот. Я смутно представлял, чем занимаются бухгалтера. Считают деньги вроде. Раньше соседи завидовали нам. Теперь у родителей едва хватало на сладости, и один шоколадный батончик папа делил поровну. Да, мне и Оле. Бывало, я отдавал ей свою порцию. Как бы сильно мне не хотелось сладкого, она же малявка. Не терпелось скорее отправиться на поиски улик. Пойду погуляю. Ага, сейчас. Чтобы потом милиционеры с твоей фотографией по домам ходили. Ну, справедливо. Лес вон какой густой. А если мальчика звери дикие утащили? Или того хуже? Того хуже. Пронеслось эхом по коридору. Да я рядом буду. В лес не пойду. Что я тебе сказала? Мне дважды повторять? Лучше портфель собери или соли поиграй. Ну, вообще справедливо, по сути, да. Через секунду на кухне зашумела вода. Это означало, что спор окончен. Последнее слово остается за мамой. Батюшки мои, что это такое? Это подсказка, что ли? Темная душная кладовка. Мама говорит, внутри пахнет мышами. Но откуда ей знать, как они пахнут? Ей ужасно не нравится, когда я суюсь туда. Боится, что порежусь о лезвие недавно заточенного топора. А Олю вообще не заманишь в кладовку. Она считает, что там живет бабай. В смысле я. Я как-то пытался побороть ее страхи. Творил дверь, включил тусклую лампу, мол, смотри, ничего нет. Только паутина, папины инструменты и сцарапанные стены. Не поверила.
А мне нравится прятаться в шкафу. Слушать, как Оля считает снаружи. 3, 4, 5, я иду искать. И бредет, скрипя половицами, робко надеясь, что не придется соваться за мной в тесное логово страшилы. И, а зачем еще раз? Оно ничего не даст, да? Ладно, все. Настя умеет читать. Привет, Макс. На самом деле нет, я очень плохо читаю. Так, на кухню или во двор? На кухню или во двор? На кухню или во двор? Во двор или на кухню? А где будет конечная сцена, типа? Куда я выйду и не вернусь уже оттуда? Давай попробуем. Антон! Сейчас 3 дня получишь. Ни шагу за порог. Маму надо как-то отвлечь, иначе заругает и папиного ремня всыпет. Я понял, пошли на кухню. О, мам, привет, обмануть. Очень клевый текст, потрясающий. Открыть. Океан. Когда-то бабушка хранила здесь замороженное для меня... Просто мороженое для меня и Оли. А теперь тут только суповой набор, да слипшиеся пельмени. Как же они осточертели. Извинись, пельмени — это вечная еда. Ну-ка давай, расскажи нам, что такое пельмени. Пельмени — маленькие пирожки из пресного теста с мясом, употребляемые в вареном виде. Являются разновидностью русского фастфуда. Фастфуд? Пельмени — это фастфуд? Что? Макс, насколько зашел? Все. Мама может дать пизды за то, что ты пытаешься открыть дверь, но не даст пизды за то, что ты открыл морозильник и ничего оттуда не достаешь. Я думаю, нет. У всех детей так, братан. Даже у меня так до сих пор. Я просто открываю, смотрю, закрываю. Все. Давай обманем. Лгать маме было нелегко, но иначе сбежать из дома не получилось бы. Мам, там что-то с телевизором случилось. Картинка какая-то тусклая, и экран весь в полосах. Спать охота, понял. Мама резко изменилась в лице. Где? Без ножа меня режешь. Дострелялся в уток своих. Я понял. Говорила же, посадите мне кинескоп своей приставкой. Где мы теперь мастера найдем в дыре этой, а? Может быть, просто настройки сбились? Сходи, посмотри, пожалуйста. Нормально же работал с утра. Из-за снегопада, наверное, неполадки. Мама вытерла руки о фартук и, хмурясь, отправилась в комнату Оли. Бежим! Все. Говорили, чтобы не открывал холодильник, просто так разморозится. Ну, это такое себе. Мне интересно, сколько времени понадобится маме, чтобы как бы понять, что я ушла. Я открыл калитку и вышел в поле. Осторожно, чтобы мама не увидела меня из окон. Когда я преодолел половину пути до леса, сугробы доходили до колен. Вспомнились ночные страхи. Примерно здесь я видел те силуэты. Здесь они кувыркались, прыгали, хороводили. Музыка заиграла в подсознании, гипнотизирующая и влекущая. При свете дня те далекие фигуры казались просто сном. Солнце испепелило кошмары, но осталось послевкусие. Отдаленный звон в ушах, изломанные тени, ползущие передо мной по снегу. И чуть слышный шепоток в голове, неясный, почти ласковый. Было тихо. Так тихо, будто в мире не осталось больше ничего. Ни земли, ни неба, ни родителей, ни Оли. Будто время закончилось, уперлось в тупик, в чистокол из сосен. Я умею читать. Тишина порой бывает страшнее криков. Родители кричали друг на друга, и мы с Олей каменели, прислушиваясь к перепалкам. Но потом наступила оглушительная тишина. Тайни Бани — это разве хоррор? Думал, сказка.
Нет, это хоррор. Вот уже один скример был. Меня напугал, если бы я не предвидела его. Квартира онемела за несколько дней до нашего переезда. И уже вспоминалось с трудом. Точно это было в прошлой жизни, что когда-то мама с папой шутили, смеялись, проводили много времени вместе. Чего? Уже вспоминалось с трудом. Точно это было в прошлой жизни. Не понял, ладно. А когда целовались при Оле, она всегда морщилась и забавно фыркала. В один день все изменилось. Нечто важное ушло из нашего дома, а что-то страшное заполонило образовавшуюся пустоту. Словно вспыхнул пожар, и родители среди ночи в попыхах собирали вещи, спасая себя и нас. От кого? Не от тех ли людей, что иногда появлялись в нашем прежнем доме, а людей с ледяными, как у мертвецов, глазами? Пойду чай наведу, давай. Будто они во всем видели лишь клубки червей на черной земле. А где-то далеко, предупреждая надвигающейся опасности, надрывалась сирена. Какой ты смешной, боже! О, господи! Сними очки, брат! Я вздрогнул, прогоняя наваждение, и осмотрелся. Только я, это белое поле и ветер... Что, я не понимаю. Только я, это белое поле и ветер, что гонял по снегу ледяную пыль, их хвосты пороши. Щурясь от солнца, я осмотрел лес, где царил мрак. На фоне ослепительной белизны он был необычайно темен. Зловатые корневища змеились под снегом. Прелая листва и хвойные иглы вмерзли в лед. Ого, перчаточка! Сухие колючие ветки переплетались, навевая неуютные мысли о решетках. Защищают ли они лес? Или наоборот, удерживают нечто внутри. На одной из острых веток что-то висело. Увязая в сугробах, я пробрался ближе, почти к самой границе леса, и увидел вязаную варежку. Точно раненая птица среди изголодавшихся пометок. Пометки. Да. Может отнести ее милиционерам? Их старший, хоть и выглядел угрюмо, напомнил мне капитана Казанову из моего любимого сериала «Улицы разбитых фонарей». Не смотрела, кстати, ребят. «Улицы разбитых фонарей» — российский детективный телевизионный сериал, в котором рассказывается о буднях сотрудников милиции. На данный момент является самым продолжительным сериалом в истории российского телевидения. Прикольно. Такой же полный тревоги, с усталым взглядом, но при этом храбрый и сильный. Поможет ли ему варежка найти пропавшего мальчика? «Вова!» — послышался далекий крик. «Кажется, у реки. Вова!» Словно сами деревья звали кого-то. «Вова!» — подхватили уже ближе. Там, за дверями, кто-то стоял. Хоронился. «За какими дверями? Ты где вообще?» Вот теперь я услышала «Вова!» Я понимала, скорее всего, кто-то ищет пропавшего мальчика, но все же было что-то странное в той фигуре. В ее неподвижности, в том, как она неестественно клонилась к земле, в ее черноте. Там никого нет, лишь ветки и корни. Просто мое воображение. Где-то громко захлопала крыльями птица. От дерева отделилась тень и скрылась из виду. Я на секунду отвлекся, а когда вновь посмотрел на то же место, фигуры уже не было. Померещилось. Ну ты, конечно, в шоке, да? Спорт. У нас Тоха спортсмен, ребят. Долго, очень долго стояла тишина. Не надо. Мускулы мои были напружинены, сердце грохотало в горле. Любой шум, малейший намек на движение, шепоток из чащобы, и я брошусь бежать. Но ничего не происходило. Я вновь посмотрел на варежку.
Возьми, возьми, слышишь, по приколу возьми. Нас, если что, не убьют. Тут 5 эпизодов. Нас не убьют. Я принял решение снять одинокую варежку с веткой. Светки. Не надо, брат. Вова! Не надо. Крик прокатился по полю и рассеялся вдали, без эха, без надежды на отклик. Не надо, ну не надо, не надо, не надо. Ты девочка лиса 100%. Шагнув к очетинившимся деревьям, я попытался снять свою находку. Она не поддавалась. Я потянул сильнее. Ветка хрустнула. Варежка с чавкающим звуком оторвалась от сучка и осталась у меня в руках. Слишком тяжелая, мокрая. Я невольно сжал ее, и на снег тонкой струйкой полилось что-то темное. Над сугробом заклубился пар. О-о-о, брат. Ой, Я замер с отвращением, разглядывая ладони. Красные. Треск веток вторгся в наступившую тишину. Не раздумывая, я бросился прочь. Кто-то мчался из темноты, ломая осинник, стремительно сокращая расстояние. Ноги вязли в снегу. Не надо орать, пожалуйста. В голове метались безумные мысли. Сейчас схватит, сцапают, утащит в чащу навсегда. Но был другой голос, наверное, голос разума. Он придавал сил, ускорял бег. Ты сможешь, не останавливайся. Позади раздался звериный рык, такой громкий, что уши заложило. Казалось, рычит не одна голодная тварь, а целая стая. Тянет ноздрями морозный воздух и чует мой страх. Сверху захлопали 2 гигантских крыла. Огромная тень пронеслась над поляной. Что-то заухало, заскрипело. Не заскрипело, захрипело. Теперь уже рычали со всех сторон. Из сухого малинника, из-за перекрученной хмелей, из-под бурелома. Что это за слово? А, быстрее, беги, не оглядывайся. Словно в дурном сновидении, снежная поляна стала вязкой, как зубучие пески. Я топтался на одном месте, вырывал ногу из рыхлой ловушки, чтобы попасть в следующую, еще более глубокую. Я продолжал тонуть, погружался глубже с каждым отчаянным рывком. Разве снег умеет так держать? Я завопил от ужаса, сообразив, что это не снег, что кто-то в сугробе схватил меня за штанину. Собрав все силы в кулак, я ринулся вперед. Давление исчезло, и ботинок выскользнул из ямы, подошва оттолкнулась от твердой поверхности. Одним прыжком я достиг расчищенной тропинки и оттуда помчался к дому. Его угрюмый фасад уже не казался враждебным. Дом был моей защитой от хлопающих крыльями теней, от ползущих под снегом существ. Я споткнулся о порог и врезался в дверь. В попыхах различил на ней царапины. Словно пес бил лапами по дереву, требуя, чтобы его впустили погреться. Уходя на прогулку, я не заметил этих глубоких рытвин. Стук сердца в ушах заглушал прочие звуки. Я не слышал, идет ли кто за мной. Что, если оно... Они уже во дворе, а мама заперла дверь. Захлебываясь страхом, я дернул ручку. Та покорно поддалась. Спасибо за стикер, Вань. Очень спасибо. А наш Антон подумал перед тем, как забегать в дверь? А, не, не подумал. А, он мог хотя бы на секундочку отвлечься и снегом руки помыть. Сейчас мать нам всыпет. Ой, я не это. Блядь, что там было? А, я ввалился в коридор и тут же захлопнул дверь. Доски крыльца тихонько запищали. То преследователи поднялись по ступенькам. Чего? Я не понял. Привет. Привет. У меня соскальзывали пальцы. Никак не получалось защелкнуть замок. Стиснув зубы, я дернул железный набалдажник, загоняя запор в проемы планки. И я таращился на дверь. За преградой, тонкой и жалкой, бесполезнее одеяло. Кто-то стоял. Хриплое дыхание проникало в дом и накатывало волнами.
Отчетливо пахло хвоей и потом. Потом, ребят. Мама выглянула из кухни и бесстрастным голосом, как часто говорила с отцом, отчеканила. Что конкретно тебе не ясно в просьбе не хлопай дверьми? А где... Ты чё, вышел? Я беру этот самый... Восьмой раз пересматриваю, и все-то интересно. Ну что ж, приятного просмотра. Я не видела игру. Типа, я в самый выход видела первый эпизод, и я вообще его не поняла тогда. Я вообще ничего не запомнила, я ничего не помню, что сейчас тут происходит, и поэтому я считаю тоже... Я сейчас, считай, впервые смотрю это. Вот, а последующие эпизоды я не видел. Ты наизусть знаешь, ну... Добро пожаловать. Теперь ты будешь слушать мое плохое чтение. Жарко стало, ребят, очень сильно. Я случайно. Я покосился на дверь. Запах исчез вместе с ним и дыхание. Если там и вправду кто-то дышал. Вправду. Скажу, там будет жестко. Спасибо. Хорошо, я теперь буду знать, что ждать. Здесь, в 5 метрах от мамы, страх понемногу ослабевал. Таял, как снежок в тепле. А вместе с ним и остатки сил. Не надо. Не надо. Я не буду. Я больше не буду. Спасибо, Ваня. Не надо скримеры кидать. Не надо. Лучше что-нибудь смешное кидай, Ваня, если хочешь. Кстати, для меня хорошая новость. Теперь, когда вы платите за мемкоины, мне поступает теперь не 50%, а 75%. Вот, все. Ноги подогнулись. Я уперся в стену, чтобы не плюхнуться на пол. Вдруг мамино лицо изменилось. Вот теперь я увидел, как оно изменилось. Жди неожиданных скримеров и 4-го эпизода. Хорошо. Ледяная маска строгости и отстраненности мигом слетела. Мама стала такой же, какой была до всех этих ссор. Она наконец-то увидела мое состояние, мои облепленные гроздями снега мокрые штаны. Ты где был? Я тебе что говорила? Чтобы ты дома сидел. Я и для тебя пустое место. Я испугался, что она расплачется. Потянулся к ней, как в детстве, когда просился на руки. Но мама успокоилась и вновь стала прежней. Глаза ее блеснули сталью. Голос зазвенел. У отца сигареты пропали. Это не я! Не, мать, это не я. Я клянусь... Даже если бы была возможность, я бы не взял. Мам, это не я, честно. Это Оля, короче. Признавайся, ты их стащил? Курить бегаешь? Там за мной кто-то гнался... Я думал, меня... Пытаясь все объяснить, я начал заикаться. Слезы подступили к горлу. Мама склонилась и обнюхала меня по-звериному, выискивая запах табака. Потом хмуро прищурилась и с недоверием посмотрела во двор. И тут же, изменившись в лице, прикрыла рот ладошкой. Гляди, вон же они. Прямо у забора. Сердце лихорадочно забилось, будто я снова был добычей, и загонщики преследовали меня в поле. Я готов был поклясться, снаружи кто-то заскребся в дверь, точь в точь, как в моем кошмаре. Мама поманила пальцем, и я, кое-как набравшись смелости, выглянул в кухонное окно в лицо своему страху. «Псины!» Понял. Сквозь зимние узоры на стекле были едва различимы косматые силуэты, барахтавшиеся в снегу. Собаки. Всего-то мелкая свора дворняг, без имени и хозяина, лишь издалека напоминавшая голодных страшил, живущих у кормки леса. Божечки, ты их испугался? Да они сами тебя перепугаются, Антон. Ну, не скажи, такая стая обычно любит ничего не бояться и никого. Ты бы так не думал, тем более в лесу. Камон, мать, ты чего? Они гнались за мной. Словно за зайцем. Словно за зайцем. Ребят, мне кажется, что это отсылка к игре «Зайчик». Вам так не кажется? А мне так кажется. Эх, разрабы какие.
А вдруг они бешеные? Вот, тем более, да. Улыбка медленно исчезла с маминого лица. Теперь мама смотрела по-другому, словно впервые видела этих собак. Впервые видела этих собак. Почему они нападут на Олю? Мам? Вот бы твой отец их всех перестрелял. Мама, они живые. А что? Ты уж определись, они тебе друзья или враги? Не маленький ведь уже? Мама хмыкнула, а мне сделалось невыносимо обидно. Да так, что я прикусил губу и уставился в затянутый паучьими тенетами угол. У меня уже дыхание перехватывает, ребят. Да, сычек из меня никудышный. Ты руки спрячь, она сейчас увидит кровь, подумает, что с тобой. И рисковал я не жизнью перед чудовищными монстрами, а своими брюками перед блохастой шайкой глупых дворняк. Да, в детстве, если ты испачкал или порвал что-нибудь, то все, жди беды. Если бы была Ава у меня, то был бы спойлер, но я спойлерить не хочу, иначе неинтересно будет. Если бы была бы Ава у меня... Немного не понял. Так, я извиняюсь. Это Никита пишет? Я просто не помню человека Никиту, который приходил раньше. Я не помню его никнейм. Это ты? Или это кто-то новенький? Никита, это ты? Короче, у меня по-русскому два, неважно. Хорошо. И ради чего все? Сдалась мне эта варежка. Ну, конечно! В руке чапнула темная липкая рукавица пропавшего мальчика, с которой, как оказалось, я не расставался все это время. Вот мой козырь настоящего детектива. Я поспешил придавить улику маме. Вот это зря, наверное. Зря я, наверное, сделал варежку. Ну ладно. Мам, смотри, это Вовина варежка. Сейчас будет. Ой, сейчас что-то будет. Ну того, про которого утром милиция спрашивала. Она вся в крови, на дереве висела. Вон там, могу показать. Ой, братан, все. Давай в милицию скорее позвоним, как нас участковый просил. Ему кажется, это вся кровь, ее нет на самом деле. Мам, гляди! Фу! На скривившемся мамином лице появилась тень недоверия, словно воспоминание о чем-то давно забытом. Так люди пытаются вспомнить сон, но образы ускользают. А ну-ка прекрати сейчас же. Оля тебя услышит, с ума сойдет. Она и так не спит. На все подряд жалуется. Еще и ты со своими шуточками. Пошел я нахер, хорошо. Теперь и я видел, что мокрой варежкой... что мокрой варежка была от снега. Все, понял. Никакой крови. От стыда хотелось сквозь землю провалиться. Никита, это ты или не ты? Я не понял. Ты не ответил. Звони маме. Я не это, да. Это ты? Я не помню никнейм человека, который приходил. Иди сюда, паникер. Да не стой столбом. Вот, таблетку на. Быстро пей. На мою ладонь упала золотистая пилюля, напоминающая мертвую осу. Вот у тебя, конечно, ассоциации, братан. Я уже пил сегодня, за завтраком. Ты не Никита, а кто ты? Ты кто? Я думала, там пришел человечек, который обещал прийти попозже. Или это ты, или ты врешь, или это не ты, или ты забыл, или ты не знал. Попререкайся мне еще. Сказала дома сидеть, нет же. А, ты вообще девочка? А, привет тогда. Я думала, это мой знакомый пришел. Я просто его никнейм не запомнила. Я думала, это он. А, привет тогда. Блин, ты еще девочка. Рада тебя видеть. Вот. Отец выпорол. Сейчас же выпей, а то ночью не уснешь. Тебе ведь в школу завтра. Блин, мне так жарко, ребят. Вообще невероятно. Может окно закрыть, хотя зачем? Хотя может, да, ладно, не буду ничего делать. Пришлось проглотить горькое лекарство, запив его не менее противной водой с привкусом хлорки. Может, это была и не Вовина рукавичка. Может, и не рукавичка вовсе. Как и чудовище из леса. В четвертом эпизоде жарче будет. Ну, посмотрим. Как будет. Ой. И Олина сова. Я схожу с ума? Что со мной происходит-то?
То ли таблетка подействовала моментально, то ли перевозбужденный мозг не подпускал страх. Пришло спокойствие, животное безразличие. Антон, выпил? Можешь, если захочешь. Раздевайся. Уснул, что ли? Нет, мам, просто задумался. Интересно, о чем же? Так, глупости всякие. Как его штырит по голосу вообще. Мама смирила меня подозрительным взглядом. Или смирила. Я не знаю. Не бейте меня, я читать не умею. Словно сомневалась, что перед ней родной сын, а не какой-то притворщик, явившийся из леса. Точно все нормально? Меня шатает. У меня же не должно быть просто в глазах вот это вот все. Меня еще саму как должно шатать, нет? Не видишь сама? У тебя такое лицо было, когда милиционер про окно спросил. Все нормально, мам. Да вообще все отлично. Каждый день такое. Она глубоко вздохнула и утопала. Дом будто изменился. Потускнела диванная обивка. На кафеле в ванной отпечатались следы чьих-то пальцев, где лампочки светили иначе, тускло и желто. Даже привкус слюны во рту казался другим. Со второго этажа послышалась мелодия Аладдина. Оля пересмотрела свои любимые серии «Русалочки» и переключилась на другие кассеты. Привет, Макс. Я неспешно разделся. Простите, пожалуйста. Я неспешно разделся, задержался перед умывальником, разглядывая в зеркале свое отражение, словно изучая ребус, найдя отличия. Потом поднялся по лестнице. Умолкли голоса Джафара и Яго. Я прошел мимо Олиной спальни и юркнул в свою комнату. Это Квин? Или это Майк? Это черепашка-ниндзя? У него там черепашка-ниндзя? Это Донателло? О, это боже. Макс, пока. Открыть. Чего у нас там? Один из ящиков стола пустовал. Туда я спрятал варежку. Где же ты, Вова? Вы добыли варежку. Такое простое действие отняло у меня последние силы. Я сел на кровать. Я только тут... увидел. За шторкой кто-то стоял. Моя рука обессиленно упала. Лекарство тому виной или пережитый стресс. Но комната колебалась, словно ветер надувал стены, как парусину. Хай. Углы плыли и изгибались. Только силуэт между подоконником и гардиной оставался недвижимым. Ткань облепила притаившегося гостя. Точно саван, подумал я. Оля? Кому же еще там стоять? Я встал с кровати, облизал пересохшие губы. Оля, очень смешно. Силуэт не шевелился. А можно паузу в 20 секунд? Можно. Вань, напряженный момент, конечно, но давай. Сейчас, буквально 20 секунд у нас попросили. Давай, Вань, быстренько. Быстренько, Вань, давай. Вань, быстрее, давай. Я ждать не буду, зрители тоже. Вань, быстрее, Ваня. Ваня, пожалуй, быстрее, Ваня, Ваня. Ваня, мать твою, быстрей. Продолжаем. Силуэт не шевелился. Ты тут надолго. Ну, буду тебе рада, если что. Штора мягко обтекала контуры. И Макс пришел. Макс пришел. Привет. Будто не человек, а уплотнение мрака. Я потянулся к шторке. Тук-тук-тук. Стучало отрегулированное таблетками сердце. Ветер в поле пел стоголосым хором. На секунду захотелось вернуться на кровать, лечь и просто смотреть на человека за шторкой, зная, что он смотрит в ответ. Смотрит, не моргая, и ждет, когда ты уснешь. Пластмассовые кольца зашуршали о карниз, когда я рывком отдернул шторку. Ну, это Оля, по силуэту видно. Попался!
Да. Да я сразу понял, что это ты. На фоне предзакатного солнца над Олиной головой вспыхнул ослепительный нимб. А, словно моя сестра светилась. Когда Оля была совсем крошечкой, я от себя добавила крошечкой, папа частенько говорил, что она светится от радости. Я возражал. Она жди фонарик, чтоб светиться. Но однажды поднес ее к окну, и солнечные лучи попали на улыбающееся ее личико. Казалось, я держу на руках ребенка, сотканного из света. А я все видела. Да ну. Что ты спрятал? Вылитая маленькая мама, еще до того, как она нацепила эту маску тоскливой усталости и перешла на приказной тон. Ничего, просто... Оля подбежала к столу, спросила, округлив глаза. Ты что-то украл и теперь прячешь? Сигареты, да. Вор? Что? Глупая. Нет. Ничего я не крал. Всплыл четкий образ. Варежка, висящая на суку. А вдруг я ее украл? У леса, у склонившегося силуэта за деревьями. Оля когда-то хотела, могла быть капризной... Чего? Не когда-то. Фу, все, я ничего не вижу. Оля, когда хотела, могла быть капризной и напористой. Покажи тогда. Поклянись, что никому не скажешь. Тогда покажу. Оля заговорщицки улыбнулась. Ля, какая страшная... Дети не умеют хранить обещания, братан. Не умеют. На каком движке это они были написаны? А я не знаю, я не помню. Я, по-моему, смотрела инфу про нее. Я не помню, на каком движке. Клянусь маминым сердцем. Зря ты так говоришь. Теперь с ней что-нибудь случится. Клятва, услышанная ею в старом фильме про пионеров, что мы смотрели однажды. Сноска. Пионерское движение. Собирательное название, собирательное название детских коммунистических организаций, существовавших в разных странах. Воспитанники такого лагеря назывались пионерами. Хлопнул мошку, ребят. Не говори так. Оля кивнула и жестом заперла рот на невидимый ключик. Любопытство переполняло ее, плескалось в огромных глазах. Я выдвинул ящик, и Оля наклонилась, затаив дыхание. Есть РСО. Ты знаешь, какие это года, брат? Они на кинескопе смотрят мультики и, наверное, в Денди играют вроде бы. Я не знаю, какая у них там приставка, но да. Казалось, там лежала не просто рукавица, а какой-то диковинный зверек. Ренпай, вот, точно. Вот так называется Ренпай, да. Hello. Hi. Она сказала это с такой интонацией, будто сама не могла понять, что это такое. Один мальчик потерял. И сам потерялся. Теперь понимаешь, как опасно гулять в лесу, особенно детям? Ему, наверное, там очень холодно. Его найдут? Обязательно. Участковый по домам ходит, всем фотографию его показывает. Оля с опаской прошла по комнате и впечатала в оконное стекло ладошки. А почему он по домам ходит, а не по лесу? Боится? Вопрос застал меня врасплох. Милиционеры ничего не боятся. И лес они прочесали. Да как же, мелькнуло в затуманенном сознании. Проверяли ли они в самых потаенных уголках, где тьма, холод и шепот обледенелых ветвей? Допустим, да, но почему тогда не нашли варежку? Или она появилась позже для меня? Я сменил тему, словно попытался отвести Олю подальше от чащи. Если я сам найду пропавшего мальчика, нам, может, награду дадут. Кучу всякого, как в поле чудес. Сноска. «Поле чудес» — советская и российская телеигра, выходящая каждую пятницу вечером и являющаяся частичным аналогом американской телевизионной программы «Колесо фортуны». Как вспомнить четвертый эпизод, аж мурашки по телу. Не могу забыть его, помогите. Не надо, пожалуйста, я понимаю, что ты под впечатлением, но, пожалуйста, не надо ничего писать, хорошо? Если вдруг мне понравятся последующие эпизоды, то я бы хотела получить
ну, максимальные эмоции от, и от четвертого, и от последующих эпизодов, чтобы, ну, не сидеть с каменным лицом на стриме, понимаешь? Вот. Оля словно не слышала меня. Она тихо спросила и буравила лес. Да, взглядом, взглядом внимательных, каких-то удивительно взрослых глаз. А что, если эта сова его утащила? Ерунда. Не может сова поднять человека. Вранье. Ну вот что. Совунья. Кстати, я пересматриваю смешариков, дамы и господа. Я уже на 80-й серии. Я тщательно подбирал слова, вытаскивал их силком из переутомленного мозга. Ты в лес не суйся. Мне кажется, он какой-то, как бы сказать, проклятый, что ли. Гострим по смешарикам мне. Is no ban from this channel. Привет, Дим. Ты кого-то забанил? А кого ты забанил? А что там было? Дим, это ты сделал? А что там было? Донатофон, я не знаю, что это такое. Дим, ну ладно. Как в сказке? Нет, скорее, как на той страшной кассете, что родители прячут. О, вы видели кассету родителей, пацаны, как вы живы еще? Некрасивое слово. А, я понял. Спасибо. Спасибо, Дим. Оля поежилась и украдкой выглянула в окно. Я видела, как ты убегал. За тобой кто-то гнался? Так ты, если видела, что я убегал, ты не видела, кто за мной гнался? Типа... Нет, просто, чтобы мама не волновалась, спешил домой. Я смотрел на сестру, и сердце обливалось кровью. Но чего же она хрупкая? Как легко погасить этот свет? Подует ветер и затушит лампадку. Хорошо тебе. Меня вот мама не пускает даже на крыльцо. Как принцесса в башне сижу. Никуда не могу выйти. Так и умру тут от скуки. Не придумывай. От скуки еще никто не умирал. У тебя же есть я и мультики, а мама с папой скоро помирятся. Знаешь, что бы я загадала на следующий день рождения? Чтобы родители тоже в детей превратились. И мы бы все вместе играли, как раньше. Ага. А если бы они стали размером жука, то мы бы их в спичечный коробок посадили. Я не понимаю, зачем дети воруют насекомых и кладут их в спичечный коробок? Зачем? Для чего? У меня бессонница, посоветуйте, что делать. Уже утро, я не сплю. Ого, у тебя уже утро, ты так далеко. Блин. Ну, если хочешь быстро заснуть, смотри мои стримы. Тут очень быстро заскучаешь. Ладно. Оля хихикнула, потянула меня за рукав. Тоша, пойдем Аладдина смотреть. Усталость была сильнее желания побыть с сестрой. Меня одолела какая-то гнусная апатия. Вымотался я. Что-то не хочется. Ну, пойдем. Где моя булочка? Мне скучно одной, а мама занята все время. Можно выбрать другой мультик, который ты еще не видел. Ну, мне нравится, что тебе у меня нравится. Я надеюсь, так будет и дальше. Вот, и ты меня не покинешь. Оставайся со мной. Хорошо. Я не знаю, как тебя зовут, но оставайся со мной. Да я все наши кассеты наизусть знаю. А вот и не все. Ты Питера Пэна не видел. Помнишь, ты уснул на середине? А там потом такое? Ну пойдем, пойдем. Давай попозже. Я под таблетками. Расскажи тебе, чем все закончилось. Не спойлери, не надо. Утром расскажешь. Утром не захочу. Какая вредина. Придумала. А давай в прятки. Нет, Оль. Тогда нарисуй мне динозавр. Ой-ой-ой-ой. ПКМ это, оказывается, меню. Милан. Очень приятно, Милан. Оля, блин. Оля не блин, Оля человек. Нарисуй, нарисуй. Доставь ты меня в покое. Чё ты кричишь? Слова сами сорвались с губ. Я даже опешил. Прежде я так не
прикрикивал на сестру. Ошеломленная Оля уставилась на меня. Губы задрожали, предвещая неминуемые слезы. Годливость и стыд заклокотали в груди. Что со мной происходит? Я заспешила опередить Олин плащ. Ладно, уболтала. Давай смотреть мультики. Только недолго. А что за бесконечное лето? Что там за отсылки? Уже не хочу. Боже мой. Я подошел к ней. Положил ладонь на мягкие Пойдем. Волосы. Надо сначала дочитывать, а потом уже кликать, чтобы был голос, а то не очень красиво. Пену посмотрим. Ага, ты опять уснешь. Я улыбнулся, поднял ее подбородок. Глаза были мокрыми, бездонными. Не усну, обещаю. Нет, Дим. Он уснет, ребят. Потом я тебе целого трицератопса нарисую. Ура! Трипи! Вот как она сказала. В Доки-Доки не играл. Я тебе так скажу. Вот этот зайчик — это моя вторая в жизни новелка. Вторая в жизни. Первая моя новелка — это был... как она называется? Кот про кота Троина вроде. И то это было 25 лет назад, когда он там выходил, я не знаю. Ну, почти. Она протерла рукавом глаза и засияла улыбкой. Давай ты пока кассету перемотаешь, а я у мамы попрошу сгущенки с хлебом. Я не видела новелку по лесе. Только утром свежие привезли, как ты любишь. Неси, только аккуратнее, а то разольешь. Доки-доки, ну да, я знаю, типа я не то чтобы прохождение видела, но так... Чуть-чуть поглядывала. Знаю, что игра мой компьютер ломает. Ну, как ломает? Системные файлы заходят. Вот. И всякое такое подобное. Зайчик — это база. О, вот это уже теперь Никита, я так полагаю, да? О. Ну, ладно, если хотите, потом сыграем доки-доки. Я, в принципе, не против. Опять ругаться будут. Спорим, не разолью. Кассета где-то в тумбочке. Поищи пока. Позитивная игра. Оля исчезла в дверях, а я поплелся в соседнюю комнату. Что это было? А, да? Так, можно вот это мне, кстати? Вот это мне можно? Так, тут ничего больше звуки не издает. Блин, прикольно. Прикольно. Телек. Ой. Выходи из кассетки. Когда до фестиваля дойдет, будет весело. Все будут отвисать и есть кексы. Что? Старый телевизор Фотон пылился в углу. Оставалось только щелкнуть кнопкой на передней панели. А к чему он подключен, я извиняюсь? Почему розетка пустая? Кинескоп нагрелся, на черном экране привычно заплясал белый шум. Я было потянулся включить видеомагнитофон, как вдруг рябь улеглась, и на мгновение вынырнула размытая картинка. О, щит. Нет, это неразборчивые звуки. Это был мрачный таежный лес, в точности такой же, как у меня за окном. Искажение разделяло экран прямо посередине. Из динамика доносилось нечто зловещее, едва похожее на человеческую речь. Не прошло и нескольких секунд, как пейзаж слова замело помехами. Неужели ловит новый сигнал? На местном телевидении показывают только советские мультфильмы, да и те очень редко. Советские мультфильмы тем, кстати. Раньше я всегда смотрел Роботек перед школой. Вот же было здорово. Может пошевелить антенну? Вдруг поймаю тот самый канал. Но с другой стороны, Оля просила кассету найти. Нехорошо будет ее расстраивать опять. И эта сонливость. Сил нет делать все скопом.
искать, ребят. Ребят, вот когда буду популярный, мы соберемся, короче, все здесь вместе и будем смотреть Остров Сокровищ. Обязательно. А я не настаю. Ну, давай поищем, ладно. Я прошерстил полки, заставленные куклами и голубыми бегемотиками из киндер-сюрприза. Эти бегемотики. Они будут стрелять! Раз-два! Спасибо, Ваня, спасибо большое. Ты меня отвлек. Чё у нас там за кассетки-то лежат? Я вижу Ридлер. Там написано Ридлер. Русалочку я здесь увидел и... Вот это что за название? Я не могу прочитать. Ладно. Нужная ко... Окей. Нужная кассета нашлась по стертому голубому корешку. Я вытряхнул из коробки черный прямоугольник. Вы провели вечер с сестрой. Небыляндия, ачивка называется. Зашуршала паленка, перекручиваясь к началу. Ее шелест убаюкивал. Меня, сидящего на корточках перед экраном, окутало дремой. В голове завертелись образы. Мы с Олей летим над лесом, кувыркаемся на мягкой перине облаков. Сестра смеется, и я улыбаюсь, но улыбка с каждой секундой все натянутей. Я замечаю, что облака раздвинулись под нами, а внизу ощетинились сосны. Между деревьев хлюпает болотистая тьма, а крылья уже не могут удерживать нас. И Оля... Ты не смотришь без меня? В руках у сестры был поднос с криво нарезанным хлебом и целой банкой сгущенки. Блин, вкуснятина! Я протер глаза. Садись. Мама с папой опять ругаются. У них сейчас период такой. Глупый какой-то период. На экране Венди убирала в комод тень Питера Пэна. Олю веселила мультяшная собака Нена. Может, и нам родители собачку купят? А, это в натуре кадры из Питер Пэна. Ты что-то думаешь, что это такое? Ребят, приходите, я вам таких блинчиков напеку, вы упадете просто. Ага, как же. От пищевого отравления. В Небыляндии у меня будет своя собственная собака. И кошка, и попугайчик. Оля намазала хлеб толстым слоем сгущенки и вручила мне бутерброд. А у тебя все молочные зубы выпали? У меня уже коренные выпадают. Ладно. Конечно. Оля озабоченно нахмурилась. У Питера Пэна зубы молочные. Под скрин рекорд. Приходите ко мне, я вас не буду кормить блинами. Ты записал, Вань? Вдруг со взрослыми зубами тебя не пустят в его страну? Мы что-нибудь обязательно придумаем. Попросим папу исправить тебе возраст в паспорте. Осуждаю. С чего это папа будет документы подделывать? Оля куснула бутерброд и сказала с набитым ртом. Будет. Мама говорила, что он так делал. А я подслушала. Смотри, уши вырастут, как у Дамбо. Всегда можно увидеть. Зубы дело такое, вылетит, не вставишь. Как бы вот так вот. Оля всполошилась, потрогала себя за мочку и улыбнулась тайком. Я улыбнулся тайком. Фу. Я не умею читать, ребят. Сейчас, секунду. У меня там уже чутка пересыхает, но думаю, вытерплем. Это был мем? Если да, то я его не увидела. Извините.
Я что, в Москве живу? Я, по-твоему, москвичка? Вань, оскорбляешь. Сестра замолчала. Теперь она уминала хлеб, наблюдала за похождениями Пена, феи Динь-Динь и Джеймса Крюка. Словно действительно переместилась в сказочную Небляндию. Что греха таить, и я часто представлял себя там, в стране, где не взрослеют, не ссорятся из-за пустяков, не слушают ночами ругань за стенный и звон посуды. Каждый раз, когда Настя говорит, я не умею читать, делай шот. У меня закончилось, Дим, прости. А про два передних зуба это очень плохо, больно, мне аж больно стало. Я будто задремал с открытыми глазами. В реальности вернул резкий оклик сестры. В реальность. Тоже скорее, штору задерни! Ты чё плачешь? Зачем? Никто же на тебя не смотрит. Уже темно, а когда темнеет, прилетает сова. Я боюсь. Превозмогая усталость, я слез с кровати и задернул штору. Старался при этом не смотреть наружу, на пики сосен, на тайгу, которая в сумерках словно приближалась к дому. Хотя, конечно, это лишь корябующие снег тени создавали впечатление, что сосны двигаются. Боже, мама думает, что я напридумывала про сову. И папа считает, что раз я маленькая, это значит врушка. Киносик маленький. А сова есть. Вот честная-пречестная, есть она. Пить она. Ты же мне веришь, что она там, и каждую ночь прилетает, и... Я порывисто взял Олю за руку, посмотрел в глаза. Словно пытался передать ей каплю смелости и уверенности. Но если эти качества во мне самом... Я тебе верю, слышишь? Ты только родителям больше не рассказывай про сову. У них и так хлопот по горло, они только рассердятся. Ты мне говори, если что случится. И в окно не смотри. Дим, ты зайчик. Макс хорош. Но она хочет, чтобы я смотрела. Перехочет. Притворись, что ее нет и не было никогда, что она выдумка, как родители говорят. Ей ждать надоест, она улетит. Кто зайчик-то? Да. Мы следили за приключениями Питера Пена. Питер. Привет, Питер. Будто не было ничего. Ни леса, который похищал детей, ни родителей, которые поедали друг друга по кусочку. Это мем, да? По-моему, что-то блекнуло сейчас, я увидела на стриме. Если да, то спасибо. Капитан Крюк улепетывал от крокодила. Капитан Пен направлялся в Лондон на золотом паруснике. Чудом я пересидел сестру. Олины веки слиплись. Она засопела, опустив подбородок на изголовье кровати. Я встал осторожно и покинул детскую. Я смотрел в окно, изучая поле, когда мама заглянула ко мне. Довольно баловства. Опять темно, да ёб твою мать, включите свет. Завтра первый день в школе. Ложись, тебе надо выспаться. Не хочешь же ты, чтобы тебя все дразнили Соней? Меня будут дразнить Машей. А чё, реально, в страшный момент никто не отправил мне Масгром? Уже отправили пару раз, спасибо, Дим. Было уже такое. Как же у взрослых все просто. Словно мой крепкий сон будет залогом того, что я понравлюсь одноклассникам. Натянув одеяло под горло, я слышал, как бормочет дом, как в темных углах шуршит кто-то невидимый. Внутренний голос задался вопросом, хочу ли я снова услышать ту странную флейту. Да или нет? Возможно, я взрослею и не могу до конца понять себя и свои желания. Лес стенал за преградой стен. Я правильно прочитала? Или там стонал должно быть? Что-то бесплотное бродило по полям. Шевелились ветви, будто звали. И ветер выл, и выл в ночи. Мысли, как назойливые мухи, что лезли в голову, становились вялыми и напуганными. Я сам не заметил, как провалился в сон. И все-таки он настал. Первый учебный день, которого я боялся больше всего.
Конец эпизода. О, второй эпизод, кстати. Ну, стена, да, все-таки это устаревшее. Эпизод 2. Время поиграть. Сколько мы стримим, господа? Мы стримим 1.5 часа. Я думаю, на этом закончить, наверное, можно, да? Типа, мы постримили один эпизодик. Мне кажется, этого может быть достаточно на сегодня. А то там уже кто-то из людей спать хочет в чате. Вот. Пропал ребенок, кстати. Давай сейчас мы дойдем до первой сцены, чтобы точно было сохранение. Все, вот теперь можно выходить. Да. Этот кто-то уже заснул. Да, по-любому. А, вот. Как-то так. Что могу сказать? Блин, мне... Вот когда зайчик вышел? Смотрите. Когда вышел зайчик? Зайчик у нас вышел в 21-м году. Я думала раньше. Я не особо любитель новелл. Но в 21-м году меня довольно сильно зацепил этот проект. Еще учитывая, что это делали наши. Он выглядит вполне себе неплохо. Носиком дергает зайчик. Да. Блин, в натуре я тоже увидела. А! Вот. Что могу сказать? В принципе, наш первый эпизод не особо-то полон каких-то очень интересных моментов. Просто было, по сути, считай, знакомство с семьей Антона. И нам принесли вот эту вот историю о том, что что-то происходит неладное у нас. Что-то у нас какие-то там глюны и вместе с Олей того хуже. Вот. Ну, что? Что еще? Меня даже один раз напугали. Вот. Или два, я не помню. Я буду продолжать, я хочу продолжать. Мне интересен зайчик. Я очень долго ждала, чтобы его постримить. Очень долго. Я думала, нет смысла каждый год. Или дай бог. Дай бог каждый год, а не каждый 1.5-2. Стримить по одному эпизоду, 1.5 часа. Потом ты к новому эпизоду забудешь, что происходило в старых. И ты такой, да блин, что делать, я ничего не помню. Вот. Да, кстати, я знаю, что там потом силуэты будут появляться, да. По мере прохождения. Вот, собственно, и я рада, что я села за игру, ребят. За новеллку. Я очень рада. Я надеюсь, она меня впечатлит, потому что... Был момент, когда я купила игру, по-моему, еще тогда только то ли второй эпизод вышел, то ли третий. Мне говорят, зачем ты это сделала? Там такое днище просто, зачем ты деньги потратил? Я не особо поверила, если честно. И надеюсь, не пропадай. Не пропадай, звук, что ты. И надеюсь, меня оправдает. Мое ожидание оправдается. Вот, да. Все, я сказала все, что хотела. Пока, Настя, спокойно. Максим, пока. Максим, все, да, все хорошо. Я тоже заканчиваю. Спасибо всем, кто пришел. Покасики. Приходите на следующие стримы обязательно. Миланочку я буду ждать особенно. Я надеюсь, мы с тобой подружимся. Вот. И тебе будет у меня интересно. Вот. Да. Да, спасибо большое всем. Дим, спасибо за модерацию. Ты крутой. Всем спокойной ночки тогда, да. Всем до скорых встреч. Давайте, пока.